Выставка продажи икра и рыба Камчатская – та самая торговая точка, к которой раз за разом возвращаются. Потому что, купив продукцию здесь однажды, уже не могут отказаться от высокого качества и свежести, каких не найти в других местах. Внимательные и обходительные продавцы рады помочь консультацией и подробно расскажут о каждом наименовании на витрине. Еще и продегустировать дадут, чтобы покупатель не ошибся с выбором и подобрал рыбку на свой вкус. А выбор здесь очень большой. 35 видов рыбы и красная икра, холодного и горячего копчения, а также слабосоленые продукты. И все непревзойденного вкуса. Чевыча очень хорошая рыба здесь. Икра немножко такая, ну, всегда была дорогая. Поэтому, да все нормально здесь, что. Рыбка, вот, белая рыбица я беру, очень хорошая она тоже. Не сравнить ее тут, как у нас продают на рынке там или где-то. Вот, а так в основном что? Хорошая продукция. Не первый раз беру, да, конечно, я приезжаю, так это, будем говорить, не часто, но приезжаю. Есть среди покупателей и те, для кого морепродукты – жизненно важный элемент рациона. Ведь в них содержатся незаменимые витамины, минералы, кислоты и жиры, а также высокое содержание белка. Вот почему употребление рыбы ежедневно помогает исправить многие проблемы со здоровьем и повысить иммунитет. Не первый раз. Мне нравятся эти продукты, и все. Икорку я беру для себя. Потому что это морепродукт, и мне он необходим. Вот только найти качественную свежую продукцию непросто. Здесь, на выставке продажи икра и рыбы Камчатской, именно такие морепродукты. Ароматы, которые сводят с ума. Рыба, которая тает во рту. Красная икра, отборная, зернистая, несравненного вкуса. Деликатесы прямиком с Камчатки. В Рязани их можно приобрести до 24 июня включительно. Возле торгового центра «Премьер» у центрального входа.